Коллеги, здравствуйте, Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что смотрите мои видеообзоры. Сегодня решил вам показать зажимы Shark, очень классные зажимы, мои любимые, одни из. Единственное, я вам что хочу рекомендовать, если вы решите покупать такие зажимы, используйте их на влажных волосах, потому что если вы будете их использовать на сухих, то вы оставите заломы. То есть, видите, вот здесь достаточно такая рифленая такая поверхность, да, такая неровная, зубцы у них, вот, благодаря которым они хорошо держат волосы, но при этом, если вы их будете использовать на сухих волосах, они у вас будут оставлять заломы. Просто вы это учтите, ну, чтобы вы, собственно, знали, как и где лучше их использовать. А так, при окрашивании очень удобно, при там стрижке на мокрых волосах отделять на всевозможные секции, очень великолепно держат, прям, причем еще и толстые волосы великолепно держат, ну, любые волосы они держат вообще очень-очень здорово. Не зря, наверное, Академия Сосун тоже любит данные зажимы использовать в своих работах. Вот я, когда много раз посещал их семинары, видел, что у них также есть данные зажимы. Вот в такой упаковке они находятся. Вот сзади, что, собственно, у них, это цветовые решения, которые есть, усиленная пружина в данных зажимах, что нам дает хорошее натяжение, и не переживайте, что у вас там с пружиной может что-то случиться. Они, мне кажется, они вообще вечные. Я не знаю, что должно с ними произойти, что пружина у них вылетела. Ну вот, собственно, такие зажимы от компании V-Spark Professional. Ну а с вами был Дмитрий Каждан, подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, я буду очень рад. Ссылку на наш магазин, где можно купить данные зажимы, я укажу в описании под этим видео. Всем спасибо, всем точных стрижек, всем пока!